Астра Унилюкс Большая Медведица применяют для озеленения участка и выращивания на срез. Крупные цветы на прочных цветоносах могут долго стоять в воде и не терять привлекательного внешнего вида. Высевают семена Астра Унилюкс Большая Медведица на рассаду ранней весной. Всходы пикируют в стадии от 2 до 4 настоящих листьев. Пересадку на постоянное солнечное место, защищенное от ветров, проводят в конце мая. Куст букетной формы, высотой от 60 до 70 см, с большим количеством стеблей. Соцветия белоснежного окраса, махровые и игольчатые, их диаметры достигают до 10 см. Астра китайская большая медведица — это травянистый высотой от 60 до 70 см. Цветет растение в месяц август-сентябрь. Окраска цветка белая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 10 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.